Эльфрида Блаунштайнер. Прозвище «Черная вдова» нередко закрепляется за многими женщинами, известными своими темными делами. И австралийка Эльфрида Блаунштайнер не стала исключением. Она испытывала зависимость от азартных игр и постоянно нуждалась в деньгах, поэтому придумала нехитрую схему по их получению. Она давала объявления, предлагая свои услуги по уходу за больными и подыскивала жертв среди состоятельных клиентов. После того, как ее клиент отписывал ей свое имущество и недвижимость в наследство, Эльфрида накачивала его смертельным препаратом, а завещание подделывала у своего адвоката. Деятельность Блаунштайнер в конечном итоге вызвала подозрение у племянника одной из жертв, который посчитал себя несправедливо обойденным в завещании. Во многом благодаря ему преступницу раскрыли, и в 97 году ее приговорили к пожизненному заключению. Как выяснилось, мотивом преступлений Черной Вдовы послужила не только жажда наживы, но и яркая ненависть к мужчинам.